Иная, лучшая, потребна мне свобода. Экспозицию Андрея Николаева и Александра Верстова, учителя и ученика, теперь могут увидеть жители и гости столицы. Организовать выставку помог председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Еще зимой к политику обратился Александр Верстов с просьбой устроить вернисаж своего учителя и посвятить 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Первым откликнулся Государственный музей Пушкина. Мы проводим выставки современных художников. У нас такая программа, но у нас единственное условие всегда было, чтобы этот художник обязательно обратился так или иначе к Пушкину. Два разных метода, не похожие друг на друга. Андрей Николаев никогда не хотел научить Александра своему рисунку. Наоборот, поощрял непохожесть и собственное видение автора. В данном случае как бы я брал Кумран, потому что кумранские вот скалы и горы меня поразили, убили. Здесь ходил спаситель. Исторические портреты и иллюстрации Николаева, живописные полотна Верстова. Всего в залах представлено более 50 их работ разных лет. Очень хорошие, интересные работы. Жизнерадостность цветовой гаммы и мазка маслом. Вот она просто вдохновляет. И за это огромное спасибо. Работы такие, которые хочется вот так вот рассматривать. Такая выставка, она дорогого стоит. И не только с точки зрения мастерства художников и вот тех положительных эмоций, которые дает, а это же вообще в жизни очень дорогого стоит, когда ученик не только помнит своего учителя, он его превозносит, он ему благодарен, и он продолжает его дело. В благодарность автор вручил политику на память свой этюд. Увидеть работы художников можно до 4 октября.